С 15 марта в Ростове-на-Дону стартует месячник чистоты. Его цель – объединить усилия всего городского сообщества в наведении чистоты и порядка, привить культуру соблюдения правил благоустройства и подготовить город к предстоящим значимым мероприятиям – празднованию Пасхи, дня 1 и 9 мая. Во время месячника чистоты планируют привести в порядок фасады зданий, водосточные трубы, витрины, входные группы, убрать мусор, очистить газоны и бесхозные участки и дворовые территории. В этом примут участие не только коммунальные службы. Присоединиться приглашают всех неравнодушных жителей Донской столицы.